Первая редиска. Ее сначала сорвал, а потом вспомнил, что надо же и поснимать. Зацвела калина бульданеш. Маленький наш кустарничек. На рынках Анапы начались кубанские дела. Клубника, говорят, из Пятигорска, из Белореченска. Я спросил у тетки, которая немного выращивает клубники в теплице. Она говорит, пошли они все в баню. У меня еще в теплице ничего нету. Нету никакой кубанской клубники. Вот. У нас тоже еще нету. Ну вот она набирается, завязывается. Мы накрывали укрывным материалом на ночь, чтобы она получше росла. Но тепла все равно не хватило. То есть было пару лет, что мы собирали 1 мая первую ягоду. Но в этом году не получилось. Наверное, будет как в прошлом году. Где-то 9 было. Вот. Картошка прополотая, подокученная. Оксана воспринимает всерьез все советы из интернета. Натаскала травы, мульчирует ее тут. Самое прикольное, конечно, персик. Вот он завязался. Я не знаю, что из этого получится. Но во всяком случае завязался. Вон там он еще один. Что с ними делать? Как за ними ухаживать? Черешня. Ну, первая черешня ранее появляется со стороны Краснодара. Там теплее весна. 20 мая самая ранняя, 25. Вот появились первые розы. Мы-то их не видели, а вчера у нас были гости из Ростова. Из Ростовской области, из горнянского города Гуково. Они увидели и нам показали.